Встречайте, Джулиан Вольф, энтузиаст финтех, стартап-тренер, эксперт в банковской и финансовой сферах. Она получила образование в области политологии, банковского дела и финансов. Начала карьеру Вольф стажером в Министерстве иностранных дел Германии. Позже работала в аналитическом центре фонда Маршалла Германия-США, телекоммуникационных и юридических компаниях. В 2016 году стала начальником отдела коммуникаций международной платежной системы MasterCard, где работает и по сей день. Также Джулиан является соведущей финтех «Штамтиш Берлин» и тренером-коучем «Старт Сошиал» организации, помогающей развитию социальных инициатив и проектов.